Всем привет! И мы выживаем сегодня на улице. Мне кажется, для начала нам надо найти еду. Пойдем искать еду. Посмотрим во враге. Кажется, тут нету еды. О, за нами бегает такая вот кошечка. Так, о, там, кажется, база. Пойдем зайдем в нее. И вот мы в базе. Куда интересно пойти? Туда или туда? Ладно, пойдем туда. О, мы пришли. О, это же грибы. Пойдем их поедим. Надеюсь, они съедобные. Так, собираем грибы. И едим. А такие нормальные грибочек. Попробуем еще один. О, даже еще один есть. Какие вкусные грибочки. Так, теперь надо позаботиться о доме. Или даже верстак, наверное, надо сделать, чтобы раздавать классные вещи. Короче, пойдем туда. Там наверняка есть дерево, чтобы сделать верстак. То мне кажется, что уже скоро станет холодно. У нас даже верстака нет и теплых вещей. Так, мы тут. Ну, тут мобы какие-то. Ладно, не будем их трогать. Пойдем туда. О, перышко. Думаю, его надо собрать. Так, ложим себе в инвентарь. Так. О, вот и нашлось дерево. Так, это пока одна доска. Для стакана нужно 4. О, еще одна доска. Так. Так, где? О, вот еще одна доска. Так, сейчас сломаем ее. Так, где взять? О, бревно, в принципе, тоже сойдет. Мне кажется, блин, надо еще кирпич найти, чтобы сделать верстак. Так. О, вот и кирпич. Сейчас. Соберем его. И сейчас все это отнесем к нам на базу. Ну, нам точнее надо еще найти, где эту базу сделать. И там уже сделать верстак. Ладно, пойдем делать верстак. Так. Ой, сейчас построится верстак. О, вот это какой классный верстак сделался. Так, что же нам еще сделать? Думаю, нам надо сделать теплые вещи, чтобы не умереть от холода. Еще надо еду найти, а то от еды тоже можно умереть. Ой, там кто-то идет. Там кто-то нападает. Бежи! Ух, там кто-то нападал, я от них убежал. О, кошечка. Так, пойдем искать еду. И еще вещи, да. Сколько тут еды. Сейчас едим один арбузик. Сейчас едим. Ох, какой вкусный арбуз был. Ладно, пойдем дальше. Так, еда у нас есть. Это же вражеский кот. Надо бы его убить. Тут он. Ладно, сядь на этого кота, в принципе. Пойдем лучше искать перья для куртки. А то я уже немного начинаю замерзать. О, курицы. Так. Где же найти перо? Мне кажется, надо спуститься вниз. Ух, мы уже внизу. Теперь надо найти перья. Так, где же перья? О, кажется, перо на другой стороне. Пойдем на другую сторону. Ух, мы на другой стороне. Пойдем собирать перо. Ух, мы тут. Надо взять перо наше. Ох. Осталось еще найти перья.
Иначе мы можем уже скоро замерзнуть. Быстрее, давай ищем перья. Так, где же они все? О, я, кажется, нашел нитку, чтобы сделать пуховик. Засунем себе в инвентарь. Ладно, пойдем на другую сторону. Там не было первых, и пришлось обратно идти. Ну, хотя бы одно перо там собрали. Идем дальше искать перья. Так, где же их можно найти? Где же они? Кажется, мы нашли ткань. Ее можно заменить на одно перо. Положим себе в инвентарь. О, я нашел маленькое перо. Положу себе в инвентарь. О, еще одно маленькое перо. Вот оно. Тоже положим в инвентарь. Так, вылезаем наверх мы уже. Так, мы уже почти тут. Что же нам делать? Где же нам эти перья тут найти? Поищем, наверное, вон там вот где-нибудь. Кажется, мы нашли ткань. Еще одну. Ее тоже можно на перо заменить. Быстрее побежали до верстака, чтобы сделать пуховик. Ух, я уже замерзаю. Надо быстрее бежать. Так. Ставим это. Вот это. Ух, там был монстр, и пришлось убежать. Блин, я что, его не увидел. Блин, так, вроде нету монстра. Идем дальше делать верстаки. Ух, сейчас, кажется, скрафтится куртка. О, кажется, мы нашли еще одного союзника. Ну, добрая. Ладно. Так, блин, я с ней забрал куртку. Ух, сейчас заберем нашу куртку, которая получилась. Так, забираем и одеваем. Ух, какая же теплая куртка. Что же нам теперь делать? Думаю, надо изучать новую местность. О, там даже курица-монстра есть. Ладно, пойдем сейчас. Так, главное гонить курицев монстров, чтобы они нас не убили. Так, мне странно, что им надо чем-то убить. Так, возьмем камень. Так. Блин. Так, курица. Опа, ну блин, они убежали. Ладно. Ох, там какая-то местность. Ладно, наверное, это оставим на вторую серию. Так. Сейчас пойдем куда-нибудь. Не знаю. Мне кажется, нам надо сделать оружие. И мы будем убивать монстров. Но это будет в следующей серии. Сейчас мы съедим помидор, который тут лежит почему-то. О, вкусный помидор. Так, ну, если хотите вторую часть, дайте хотя бы 2-3 лайка, чтобы я выпустил вторую часть выживания на улице. Еще это видео у меня обошлось в 0 рублей. Короче, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки и скажите этому котику привет. Его зовут Пип. И у меня еще носок испачкался. Ладно, всем пока. И всем пока.